Первые Европейские игры Баку 2015 – это захватывающее историческое спортивное событие, состоящее из множества видов спорта для европейского континента. В программу предстоящих Европейских игр включены 5 неолимпийских видов спорта, среди которых баскетбол 3x3. Во время первых Европейских игр Баку 2015 в турнире по баскетболу 3x3 примут участие 16 мужских, 16 женских сборных. Наша мужская сборная сыграет с Андоррой, Чехией и Швейцарией. В целом в мужских соревнованиях в соответствии с занимаемым рейтингом будут представлены Румыния, Словения, Литва, Греция, Сербия, Бельгия, Испания, Эстония, Израиль, Россия, Турция, Чешская Республика, Швейцария, Италия и Андорра. Это праздник спорта, международного, я бы сказал, мирового масштаба. Мы в лице Федерации баскетбола Азербайджана усиленно готовимся к этим европейским играм. В течение этих 2 лет мы участвовали в различных турнирах, в том числе на первом европейском чемпионате по 3x3. 25 дней было бизим. Осталось всего 25 дней до соревнований. До этого 4 июня наша сборная отправится на турнир в Венгрию. Последний этап подготовок пройдет в Азербайджане. Уже долгие годы наша сборная по баскетболу 3x3 имеет успех. Поэтому и в Азербайджане команда удачно выступит. Потому что в 2013 году на чемпионате Европы в Румынии наша команда обыграла сборные Румынии, Грузии, Голландии, Турции и стала победителем. Дома, в Азербайджане, перед своими зрителями все желают стать победителем. У нас есть сильные игроки, как Руландес Алиевас, Орхан Гаджиев, новоприобретенный игрок из США Маршал Мозес, Фуад Нефталиев, Амир Хамзяев. Я от них жду хорошей игры. За последний год азербайджанская команда по баскетболу провела в рамках чемпионата Европы 26 встреч, из которых 22 выиграла. На квалификационном этапе последнего европейского первенства в Амстердаме азербайджанские спортсмены стали сильнейшими среди 8 команд. Баскетбол 3x3, или же стритбол, в переводе с английского, который означает «уличный баскетбол», появился в 1950-х годах в кварталах Соединенных Штатов Америки. От обычного баскетбола отличается количеством игроков, где их 3, и зона игры только половиной баскетбольного игрового поля. Соревнования по баскетболу 3x3 будут проходить в течение 4 дней. Матчи будут проходить между 2 командами только на половине поля. Спортивный посол Европейских игр по баскетболу 3x3 Амир Хамзаев, игравший ранее в турецкой сборной, а сейчас форвард сборной Азербайджана по баскетболу Орхан Айден и наш игрок-литовец азербайджанского происхождения Руландес Алиевас, рассказали о серьезных подготовках и ожиданиях от Баку 2015. Мы уже долго готовимся к играм Баку 2015 под руководством тренера Элхана Алиева. Мы тренируемся каждый день по 2 раза. Времени осталось меньше, чем 2 недели. Наше желание – написать свои имена в историю спорта в Европейских играх, которые пройдут в нашей стране. Готовимся, все знаем, насколько важны нам эти игры. Здесь мотивация нам не нужна. Все знают, насколько важно, и только идем за первое место. Я думаю, все будет хорошо. Милли команда еще не гальмиша. Подготовки идут хорошо. Пока отсутствует только один игрок, но он присоединится к нам во время турнира в Венгрии на следующей неделе. После этого подготовки будут намного серьезнее с применением тактики. Отличий баскетбола 3x3 от обычного много. Это намного сложная игра, где игрок постоянно должен оставаться внимательным к игре. В течение 10 минут или менее, набравший 21 очко, становится победителем. В нашей группе я не вижу сильных соперников. Планируем выйти победителем своей группы. Наша цель – стать первыми победителями в этих играх и войти в историю. Огромное желание поднять наш флаг.